Ибра, работа закончилась, что ли? Я опоздал. Я знал, что у вас сейчас работа к концу идет. Я как раз на концовку пришел. Здесь я хотел проверить, кто здесь самый трудолюбивый. Ибра, чемпион Ибра, чемпион мира из Каспийска. Наши народные будут чемпион мира из Каспийска. Ибра опять становится работать. Ибра, пока все работают железом, ты работаешь с резиной. Нечего забивать мышцы. После железа уже расслабиться. Давай быстрее, начинайте, блядь, начинайте! На себя сильнее. О! Тренеры тоже работают? Сам своего тренера тренирует, видел видео, вот, Ахмада и Брисовича тоже. Вот, Брисович тоже работает, туда-сюда, вот. Нахуй, что происходит? Что-то поменялось, Олег. Этот мир уже не будет. Я не понял, тренеры тоже что ли вкалывают? А ты заметил, что как вот среди всех вот спортсменов вроде бы, да, то лучше всех работает, больше всех оказывается тренер. Ты возвращаешься что ли? Ну, Магомедов возвращается на большой ковер. Ну, уже другая категория, 74 возвращается. На улицу! Надо держаться рядом с этим парнем. Здесь самый лучший контент. Давай, давай, начали, начали! Все, 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 все. Что это за стена? За ней ничего не видно. Вот это скала. Только что жал штангу, теперь уже бежит. Начали. Thank you.
Хочу на это выйти, легенда. Сюда кул тайм. Ухачи лучше делали, скоро добавляй. Так, там, где тебя несут. Идрисович даже начал выпить делать. Лучше меня делает. Самая вкусная вода. Это вода после напряженной тренировки. После тренировок. А сам воду будешь? Я не заслужу пока. Я не сомневаюсь. Ахмашка здесь на бицеп заработал. Растягивал мышцы. Тебе зачем бицеп? У тебя футболка, наверное, не залезет. Порвется.